Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, новенькая Катя пытается отбить Диму Дмитренко у Оли Рапунцель, но Диме не нужна другая. Он пишет: «Не ревнуй меня и не сомневайся во мне. Если я с тобой, значит, больше мне никто не нужен. Глаза, улыбка, голос, смех – ты для меня роднее всех». На проекте был мужской приход. Майя Донцова пишет: «Мы с девчонками готовились, собирались, а все без толку. Остался парень, который пришел к Рапунцель». Андрей Чуев устроил Марине Африкантовой свидание на тему «Алиса в стране чудес». Помогали Андрею Настя Иванькина и Никита Тетерин. Марина пишет: «Вип-дом развлекается, у богатых свои причуды. Я загадала 3 желания, а какие, смотрите через неделю». Глеб Жемчугов делает успехи в карьере. Его жена Оля пишет: «Хочу поделиться радостью за мужа. Его 3 проекта утвердил телеканал ТНТ. Скоро он начнет плотно работать. Самое главное, что придумал все сам, и работа будет в радость. Разговоры жены прошли не зря. Горжусь тобой». В сети появился компромат на Элину Камирен. Одна группа в соцсети опубликовала ее откровенные снимки и видео, на которых девушка полностью обнажена. Видимо, Элина – коллега Оли Рапунцель, а видео предназначено для ее клиентов. Есть и другая версия, что аккаунт Элины взломали, эти снимки и видео были предназначены конкретному человеку. Элина комментариев не дает, неприятные вопросы удаляет. Редакция сайта Дом-2 опубликовала следующую новость. Костя Иванов дал в долг главному строителю Дома-2 Андрею Чуеву 1 миллион рублей. Вот некоторые комментарии пользователей. Откуда у Кости миллион, если на отдых с Гозей заплатить не может? Смешно. Это очередная брехня, у Кости снега зимой не выпросишь, а тут целый лям. Саша Харитонова продолжает принимать участие в радиоэфирах. Сегодня вновь была в гостях на радио «Комсомольская правда». Эфир пролетел как 1 минута. Майя Донцова собралась на Сейшельские острова. Вот и закончилось лето, видимо, пора мне на Сейшелы греться. На Настю Иванькину ополчилась вся женская спальня во главе с Сашей Харитоновой. Настя пишет: «Девочки решили, что на мужском голосовании нужно выгонять Никиту. Они решили с помощью моего парня выгнать меня. Видимо, сильно подрываю я авторитет в женской спальне». Вот некоторые комментарии зрителей. «Молодец, Настюха. Девке 20 лет, а она никому не уступает. Настасья, так держать. Харю и Гозю давно пора поставить на место, которое ниже плинтуса». Татьяна Владимировна Африкантова приглашает своих фанатов на встречу. Она обещает им совместные фотографии и интересную беседу. Катя Жужа разыграла подписчиков своего микроблога. Катя, которая недавно вышла замуж, продемонстрировала свой беременный живот. Позже она призналась, что просто объелась. Катя выложила видео, на котором показывает, как легко ее беременный живот становится абсолютно плоским. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.